Здравствуйте, дорогие друзья! В философии Дао есть такое выражение. Дао, что с китайского путь, выраженное словами, это уже не есть Дао. О чем это говорит? Понимаете? Все события, которые сейчас происходят, они происходят через призму вашего восприятия и вашей реальности. На самом деле, эти события гораздо шире, гораздо, возможно, сложнее, а может быть и проще. Но вы должны понимать, ваше суждение – это вот такой, понимаете, вот такой даже, возможно, угол восприятия. Поймите это. Поэтому надо просто включать критическое мышление Иммануила Канта. Не реагируйте реактивно. Думайте проактивно. И включайте радость. Сергей Смирнов, Школа Радости, ваш ментор. Не забывайте, друзья. Пока.